Отказаться от езды на автомобиле или городском транспорте и пересесть на велосипед. Выбрать такой способ передвижения призывают организаторы всероссийской акции «На работу на велосипеде». Каждый год в ней принимают участие тысячи россиян, доказывая, что этот вид транспорта – прекрасная альтернатива машинам и автобусам. Велосипед – удобный и дешевый способ быстро и без пробок добраться до работы. Заречным экологически чистым видом транспорта пользуются сотни горожан. Я каждый день на завод в летний период, в осенний период, в весенний период езжу на велосипеде. Ну, так как считаю, что все-таки это какую-то пользу приносит от того, что ты заряжаешься энергией, пока крутишь педали, как говорится. Ты получаешь позитив. Только, конечно, велосипед. Это очень быстро, экологично. Ну и практичный, и полезный для здоровья. Экономит время, и плюс дела можно какие делать. Я, скажем так, уже человек семейный, мне куда-то там добраться. И экономичная, ответственности никакой нет. Ну, в плане относительно машин. Я всем рекомендую, ездите на велосипедах, не ездите на автомобилях. Зачем тратить деньги на бензин, зачем отравлять окружающую среду? Как говорится, я за здоровье и за позитив. Спасибо. Все на велосипед. 30-минутная поездка на велосипеде покрывает ежедневную потребность организма в физической активности, препятствует развитию ожирения и других опасных заболеваний. К тому же для такого спорта не требуется специальная одежда и подготовка. Я для себя выбрал велосипед в условиях хорошей погоды, летом, весной, осенью. Прежде всего, чтобы дополнительно обеспечить возможность подвигаться. И утром, например, поездка на велосипеде дает дополнительный заряд бодрости перед рабочим днем. Нет никаких проблем с парковками, не создается никаких помех жителям города. Выбирая велосипед, не стоит забывать о его сохранности. Оставляйте свое транспортное средство пристегнутым на специализированных парковках, под камерами наблюдения или под окнами вашего офиса. Анна Литвинова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».